Так, ну что, мои хорошие, всем привет. Сегодня подогрели босяка хорошими тоже предметами старины. Поехали. Что сегодня удалось приобрести, не выходя из дому? Вот такой интересный такой предмет. Это кокаиница. Не часто они встречаются. Ну, ее еще называют таблетница или кокаиница. Вот на ней даже цветочек такой изображен. Они шли в серебре, в мельхиоре, в латуне, в разных металлах. Это обычный мельхиорчик. Дальше, ребята, серебряная брошь, бабочка. Вот так она выглядит, 925-я проба. Вот здесь проба вверху, вон она, вот здесь стоит. Это все копейки, недорого, очень недорого. Колечко обручальное, 84-я проба, вот оно там стоит, колечко. Дальше, очень нечастый, первый раз вообще такую вижу, это ручка осетр. Представьте, вот такая крутая. И фруктовница, вот она, красавица тоже. Это 70-е где-то года. Ценника тут нету, нет. Вот это все продается. Подписывайтесь на канал, ребята. У нас есть обучение по антиквариату. Средства для чистки монет, нумизматическая линейка, пиар ваших неокрепших девственных каналов. А сами подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Пошла массовка, Жорик вам в помощь.